Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. На Кировском заводе среди привитых разыгрывают 100 тысяч рублей. Акцию проводят среди своих сотрудников предприятия КМП и ВМП «Авитек». Любой сотрудник, вакцинированный от коронавируса, может претендовать на деньги, если пройдет полную вакцинацию, то есть сделает укол однокомпонентной вакциной или ведет обе части двухкомпонентной. Победителя отбирают, вытягивая его номер из барабана. Первый этап акции прошел на прошлой неделе. Победительницей стала сотрудница одного из отделов ВМП «Авитек». Программа «Экономика». У кировского предпринимателя за долги арестовали землю в Краснодарском крае. Сделано это в рамках уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам кирово-чепецкого предприятия «Полиспен». По версии следствия, директор полгода не платил почти сотни сотрудников. Задолженность составила не менее 5 миллионов рублей. По данным Кировского следственного управления, в рамках расследования проводятся следственные действия, в том числе направленные на обеспечение расчетов с людьми. Сейчас задолженность частично погашается. В целях обеспечения гражданских исков по ходатайству следователя суд наложил арест на имущество обвиняемого, в частности, на земельный участок, расположенный в Краснодарском крае. Экономика на 101 FM. Все меньше соцвыплат остается доступными без карт МИР. С 1 июля только на эти карты перечисляют единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу с ребенком, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно, ежемесячные денежные выплаты по уходу за третьим и последующими детьми. Гражданам, которые еще не сменили банковский счет, следует обратиться в свои финансово-кредитные организации. Новые реквизиты необходимо направить в органы соцзащиты по месту жительства. Сделать это можно в том числе и дистанционно. Не относятся требования иметь карту МИР к людям, получающим выплаты или пособия на почте или непосредственно на банковские счета. Экономика. В завершении о курсах валют на сегодня. Доллар стоит 73 рубля 62 копейки. Официальный евро 87 рублей 7 копеек. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.